Талия Гаврилица после заседания правительства заявила о неком саботаже со стороны некоторых, возможно, экономических агентов. Она не раскрыла скобки в связи с тем, что повышаются цены, возможно, не аргументированно, есть картельный сговор. Как вы поняли этот месседж? Поставим на совести госпожи Гаврилицы, если она уже начала нападать на экономических агентов. Это уже страшно. Я бы хочу сказать, это уже не нападать на своих политических оппонентов, а нападать на тех, которые их поддержали. Это нехорошо. Тем более, что в отличие, например, от предыдущей власти, у данной власти все учреждения под контролем, под собственным контролем. И парламент, и совет по конкуренции, и все там прокуратуры и так далее. Да? То есть они могут, например, очень быстро выяснить, существует или не существует картельный сговор. Да? Могут очень быстро посмотреть, почему совет конкуренции, например, уже 3 месяца молчит, хотя они... Первое решение кадровое, которое они приняли в августе, это было увольнение предыдущего руководителя этого совета. Почему 3 месяца у нас каждый день синхронно вот все эти сети заправочные повышают цену синхронно? Да? То есть сговор или нет сговора? Ну, не видим мы никакого объяснения. Поэтому сейчас вот так валить на экономических агентов – это неправильно. Надо искать проблему в ее или его, их же решениях. Я уже говорил, к сожалению, у нас с этим детонатором инфляции в Республике Молдова вот с ноября, это именно из-за газа. Они допустили вот, чтобы сдетонировала эта бомба, не закрыв прямо на входе вот этот рост цены. Те уже 1,7 миллиарда, еще, я не знаю, сколько сейчас они заплатили, 500 миллионов или меньше, которые они уже заплатили, надо было покрыть Молдова-газ, чтобы не допустить этого роста тарифов. Именно рост тарифа на газ потом действует на вот по этой спирали инфляционной. Поэтому не надо искать объяснение где-то за высоким забором, а посмотреть, почему они так нехорошо работают.